Всем доброе-доброе утро. Сегодня 8 августа 2022 год, ЛНР, город Брянка. Такое замечательное солнечное утро. Сейчас уже примерно 7:30. Котиков покормила. Все нормально. Ночью спали спокойно, но я еще раз повторюсь, что, возможно, я чего-то не слышала, но просыпалась ночью, ничего не было слышно. Хочется верить, что так и будет каждый день, что ничего уже не будет, ни шумов, ни прилетов. Ну и, конечно, друзья, всем желаю мирного неба над головой, крепкого здоровья, взаимопонимания, взаимовыручки. Это сейчас очень нужные слова. Спасибо вам за поддержку, за понимание. Очень приятно, что мои видео вас как-то подбадривают, поднимают настроение, веру в жизнь. Ну, всем все будет у нас хорошо. Всем мира и добра.